Про гитару у нас сериал, да. Это вот рабочая лошадка у нас в туре, дороги. Купил ее где-то в 98-м году в магазине. Вот просто первый раз в жизни увидел оранжевую гитару. Понравилось, купил. Не жалею нисколько, потому что гитара отличная. Играет прекрасно. Выглядит эффектно. Ну, с двумя хэмбакерами. Собственно говоря, все родное. Пробовал менять датчики. Здрасте. Менять местами. Здрасте, привет. Ну, лучше не стало. Вернул все, как было.